Всем доброе утро. Мы с вами на пляже. Море. Пляж. Пойдемте посмотрим на чистоту воды. О, обратите внимание, уже занято места между лежаками. Пройти очень тяжело. Даже вот так вот между лежаками тоже заняты. Я пришел в детскую зону. Ну что, в воду? Пойдемте изучим водичку. Какова она сегодня с утра? Достаточно теплая. Но температуру не скажу. Так все-таки 26-27. Не стало теплее. А вот что касается чистоты водички, есть сомнения большие. Вот на Ластенькой опять поднялись вот эти вот штуковины со дна. Я сегодня опять проспал. Ну как проспал, время-то еще детское. Еще даже 8 нету, но все равно я уже думаю, что поздно пришел. Зато в отличие меня, народу на пляже все больше и больше, точнее, просыпаются люди, приходится раньше и раньше. И все что-то там заливали на пляже, в районе пляжа, на набережной. Мелкие уже купаются, девчонки, мальчишки в масках. С утреца, ну а что еще делать-то? Коль на море приехали, надо пораньше приходить. Не то, что я. Скажу вкратце. Вода отличная, но не совсем чистая. Не совсем прозрачная. Как видно, дно, да, все хорошо, но мы-то знаем, что бывает лучше. Вот. Солнышко встает, тепло, греет. Температуру тоже не скажу, я уже не замеряю температуру, он мне рассказывает, ну потому что смысла нету. Порядка 30 градусов, я думаю, это уже вам, наверное, неинтересно. Главное, что тепло и нет дождя. А вот дождя у нас действительно нет. Хотя и по всем вот прогнозам ожидается в ближайшее время. Не знаю, будет он или нет. Может быть, он будет где-нибудь в горах, может быть, будет где-нибудь у нас, может, его вообще не будет. Такое часто бывает. Как вы знаете, я не люблю делать прогнозы, и особо не смотрю вот этим, не доверяю метеорологам, которые там все нам все время рассказывают и показывают. Почему-то частенько не сбивается. Хотя бывает попадают. Всем доброе утро. Всем привет с пляжа Лазаревский.